Ну, я считаю, что Россия должна максимально быть открытой для этих людей. Я вообще считаю, что вместо того, чтобы поддерживать вот этих сепаратистов оружием, надо было бы максимально комфортным сделать переезд желающих, переезд там из Донецка, из Луганской области в Россию. Все-таки огромная территория, очень много неосвоенной территории. И, собственно говоря, получить таких новых граждан, причем не таджиков, то есть людей именно как бы такой русской культуры, я думаю, для России это было бы очень хорошо. И вот я бы, честно говоря, вот вместо того, чтобы увеличивать военные бюджеты, вместо того, что я бы как раз увеличил бы, сделал бы огромный бюджет, принял бы какие-то законы для того, чтобы всякий человек, который хочет переехать в Россию, не просто мог бы это сделать, а чтобы ему это было удобно, комфортно, чтобы он получил, ну, чтобы он как бы, чтобы этот процесс был максимально для него облегчен. Принять, я думаю, мы можем да, хоть всю Донецкую, там 4 миллиона и 600 тысяч в Донецкой области, мы можем принять хоть всю ее.